Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казука Фэмили, и мы продолжаем играть Роуч Трупер. В прошлый раз там был уровень с вертолетом, мы не могли его пройти, а решение было довольно простое. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, а мы, в принципе... Как говорится... Приятного просмотра! Не забывайте про лайки, делать репосты, а мы продолжаем проходить данную игру. Вот и случай с вертолетом. Пора надирать задницы врагам. И не только врагам. Что, ребятки? Уходите в пятки, да? Oh no. Они что-то пытаются при этом постоять. Роуч, ты должен победить. Ты должен победить, Роуч. Пам-парам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам. Что там отлетело? Откуда? Пам-пам-пам-пам-пам. Музончик так и прёт. Ой. Летчики, вы летчики. Ты хотел быть хорошим, но ты не смог. Ты хотел быть плохим, но тоже не смог. Оставайся собой, несмотря ни на что. Потому что менять, ну и нафиг на что. Так, стоп. Пам-п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 ам
Это было какое-то слишком очевидное слово. Воу. А когда ты взорвешься, сука? Ну, проблема этих всех старых игр. Так, а теперь... Как же они долго живут? Блин, где? Прошли. Да давай, уничтожим, чё. А чё нам терять? А чё нам терять? Нам нечего терять. Давай. Так. The traitor's seen us land. Looks like he's not gonna make this easy for us. Prepare for your death, GI.
ребятки, а мы за вами. Куда ты спрятаться решил, дружище? Не надо прятаться, надо просто... Так. Есть еще один. А, мы даже двоих зацепили. Это же шикарно. Себе. Да какой живучий, падает. Он пришел. О нет. Подорви своего друга. Чё, не мог? Не мог, да? Погоня, погоня.
Да! Ты подбил его! Его не видно в дыму. Хелм, иди на посадку. Мы выйдем и осмотрим обломки. Нашивка Южан. Генеральские звезды. Предатель один из наших командиров. Я засек сигнал с ближайшей базы северян. Возможно, он там. Ладно, давайте поймаем этого продажного генерала. Ну да. Давайте, как говорится, да? Угу. One of my patrols brought him in a few hours ago. He's badly burned, but he's offering to trade information in return for his safety. Sir, he says he was the one responsible for the Quartzsworn massacre. The traitor, General! Send him to me! He is vital to assault the Solver positions in New Atlanta. There's one more thing. He claims the enemy soldier known as the Rogue Trooper is pursuing him. The reports say it was this Rogue Trooper who killed Grand Admiral Hoffa. Prepare a suitable welcome for the genetic freak. Hoffa's death must be avenged. Stop. Let's find more things for me to fly. Don't Hoffa's have autopilot? Yeah, but I didn't use that. An old Souther satellite station. Reading life signs inside. Friendly? In this war? I doubt it. Погнали, чем? That old escape pod is emitting power. Maybe a console I can hack. Let's have a look. Твою мать. А, это без роботов. Роботы это когда синие. Что такое? Подожди. Так. Ага. Отлично. Put me down. I'll see if I can get a map of the ship from that terminal. Yep, got something. Blueprints. Huh. Did he transmit the blueprint he found just before he went flying? Yeah, looks like a missile-based weapon of some sort. But what about Helm? Oh, he'll be fine. Look how much he enjoyed flying that Hopper. Talking of which, Hopper on point. Okay, how quickly can you manufacture that weapon? I'll see what I can do. Rogue, I'm gonna need salvage. Lots of salvage. Кого? Магнитные гранаты. Upgrades available. Так, а куда нам болит-то надо? Сюда? Давай, забирайся быстрее, ну. Гоу, 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 гоу. Так. И чё? А, нет, сюда всё правильно. Жёстко, жёстко.
вот нахуй. И чё? Да я иду. Так. What took you so long? Ну извини, как получилось. Так. Это за еще куча врагов, да? Ну. База какая-то. Okay, there's a medical bay at the top of the ship. I bet the traitor has been taken there. Крысы? А умри! Да. Поехали, чё. Lots of Nords nearby. Let's sneak around. Ага. Так, отлично, один готов. Главное по-тихому всех использовать. Это вниз? Твою мать! Знаешь? Fuck you, придурок. Тихо. Medical bay's up those stairs, Rogue. There's no hack point for this door. Might be another way to override the security. Тихо. А, это просто. Тогда не надо. Окей. Не сюда. А куда? Наверх. Еще выше, что ли? Попробуем. В смысле? А как открыть? Обход, что ли? Сюда. Нет, это мы отсюда пришли. Вот же черт.
Стоп, ну что-то внизу, наверное, не активировали, да? Подожди. A few micromines on those servers should open up any security doors. Подожди-ка. Забавно, забавно. Так. Еще один. А как наверх забраться-то? Нет, это вниз. Как долго. Sorry, I can't stay to witness your execution, but the information I have for my new allies is eagerly expected elsewhere. It's a female GI. The name's Venus. I was sent here by Colonel Covert as your backup. Backup? You're not the only one who wants to nail the traitor.
Come on, you want to debate the chain of command? Or do you want to kill that traitor and get your friend back? Upgrades available. We need to get Gunner back. Can't believe I fell for the hologram. Wasn't just you. I hacked. Think I can upgrade my own projector. Так. Окей. Рад снова попасть в не чужие руки, предатель. Куда он пошел? Он улетел на Хоппи, когда началась стрельба. Он упоминал о Новой Атланте. Должно быть, это следующая цель северян. Учитывая, сколько предатель знает о нашей обороне в Новой Атланте, резня там может быть похлеще, чем в кварцевой зоне. Получите! Генпех, уходи! Я прикрою! Доберись до Новой Атланты и останови предателя! Так, нормально, нормально. Рок, нас называют южане. Рок, говорит полковник Ковар. Северяне уже приступили к взятию Новой Атланты. Ты единственный, кто может их остановить. Ковар, я о тебе слышал, ты из военной разведки. Да-да, еще одна штабная шишка. Почему мы должны тебе верить? Потому что я единственный ваш союзник. Я всегда подозревал, что в высшем командовании южан был предатель. Благодаря вам, теперь я знаю, что был прав. Но у меня связаны руки. Только вы можете выследить предателя и остановить его. Если осилите, я сделаю все, чтобы помочь вам и вашим товарищам. Обычный штабной начальник, он дергает за нитки, а мы лезем в самое пекло. Не кипятись, Бэкмен. Ладно, полковник, мы поможем на этот раз. Посмотрим, чем поможем. We should find out where they came down, Rogue. There might be survivors. Grenade, watch out.
Прикольно, прикольно. Так. Что там сделать можно? Так, снайпер. Комплект побольше. И... О! Прикольно. А ну-ка. Нифига себе эффектик. Бля, да это прикольная штукенция. Мне нравится. Смотрите, сволочи. Нифига ты живучий, падла. Что по заданию делать надо?
dome is opening. There must still be salvers holed up inside. Let's go find out. И что тут? Ну? Do you know where the harbor train is? Yes. We'll have to make your way through the gun zone. If you can bring the gun back online, it'll help our boys try to evacuate New Atlanta. The main route to the gun dome has been sealed. We'll have to use the access tunnel. Ну погнали, чё. Посмотрим, что дальше. What do we have here? Погнали. И что дальше делать? А, вниз спускаться, ё-моё. Ну, погнали, чё. Чё поделать? Гнать надо. По факту. Кофе закончилось. Так, подожди, а куда нам топать? А? Grenade. Grenade, get down. Так, подожди. Тут прохода нет. То значит, ну естественно. Что меняются по сменами? Да пошли ви, камень мамень. Так, подожди. Ёп! Парасете. Don't put me through that again. Да я не делаю, это они делают. Меня-то чё крайним делать, товарищи? Меня крайним делать не надо. Я в этом дерьме не виноват. Check. That should help the Southers. Let's make our way down to the shoreline. We got a train to catch. Вниз? А ты батыш, Вик. Солдаты. Grenade incoming. Так, подожди, а куда топать? Here. Вниз?
То есть мы что-то внизу не активировали? Серьезно? Да ну нафиг, что там? Луч. Да ладно, как глубоко, еще глубже вниз. Нифига себе, как далеко вниз топать. Ну давай. Вниз, так вниз. Ну. Кто-то сейчас приплывет. Еще и на танке, да? Так, ладно, окей. Так, ты не в ту сторону прыгаешь, товарищ. Нихера тут. Три из шести. Аж там надо спасать, серьезно? Подожди. Кого? А кого тут спасти надо? Не понял. Блять, опять самолеты, подожди. Ребята.
спаси. Давай, давай, валите, ребята, валите, валите, ну. Валите быстрее. Куда мы побежали, ёптвою мать, сюда. Ну. На поезд валите, а. Четыре из шести. Самому надо валить, что ли, уже, да? Ну, валим, что самому. Офигенные тут, конечно, постановки. Сколько там? А, нормально еще. Так. Это сейчас, походу, момент с поездом какой-то будет. Colonel. You're not out of this yet, Trooper. The Nauts are massing for an attack on Harper's Ferry. If you can get there on time... Like you said, we're not out of this yet. Get everyone forward to the front of the train! Подожди, а с какой ты будешь этой стрелять? С другой стороны, блядь, серьезно. Че это за пустыни любит? Ой-о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 й. Ну? Так, теперь, по-моему, с той стороны подход, да? Нет! Watch it! We've been boarded! Row! They're climbing up the fuel pods in front! Сделаю, подожди. Да ёб твою мать. Коряво сделано, а? Ну? Да в смысле, блядь, я пропустил? Да я знаю, что они лезут, подожди. Какая же это просто душная... Против кого лаз использовать базуку? Вопрос. В
смысле? Я ж не могу ее даже повернуть. Да в смысле? Где компания? Я ничего даже нифига не вижу. Какая компания, нафиг? Воу! Да я сражаюсь, мать его, так. Вы думаете так просто, ребят? Отреагировать, где эти черти? Воу! Мою мать! Как бы я успел? Блять, да дайте контрольную точку, а? Там. Где контрольные точки? Я сейчас помру. А, ну вот, хотя бы контрольная точка. И то хорошо. С какой стороны? С этой? Давай, выполняй ты эту миссию. Чё она такая хреновая? Да блин, ну давай же, стреляй же ты в неё. Да блин, ну какого хрена я не могу в этих попасть, в дальнюю? Как мне в дальнюю попасть? Сказали, что они типа крутятся, не? Типа не это, не надо говорить, да? Даже сучки. С какой стороны, не пойму. Как я эту за них уничтожу? Да блять, ну поверни уже в другую сторону, там уже какая-то новая дичь. Чё я могу сделать? Кто посылал? Пиздец! Кто посылал? Я не понимаю ни хера. Понятно, что мы проебались. Пиздец какой-то.
я ничего не понимал вот с этой стороны. Сейчас я подойду, ребят. Пару секунд. Так, сколько там? Нормально. Так. Мне бы понять, как это выполнить. Так, ну как мне эти самолеты уничтожать? Да я уничтожаю, блин, что я по-твоему делаю? Подожди. Дальше. Да ёб твою мать, ну что за херня? Как это проходить? Блять, это пиздец какой-то, отвечаю. Да я уже понял. Каким раком я прицел улучшу, блять, по-твоему? Thank you.
и так как бы стараюсь, блять, попадать. Да ёб твою мать, ну как я физически не успеваю, блять, попадать? Что за пиздец, я физически не успеваю, блять, попадать. Как это пройти? Как это пройти, ёбаный в рот? Пиздец какой-то. Ну Да ну знаю я, ну хули ты под руку пиздишь? Ебланище, блин. Валя, да ну блять, ну я пытаюсь, блять, ну-ка, это сложно, блять, еще хуже, пиздец просто пиздец, я даже не хочу, блять, это, я просто хочу выйти и перезагрузить, блять, это пиздец какой-то. Да нет, блядь. Уровень, блядь. Путешествие поезда. Серьезно. Да ну. Ну сдохни ты, сука. Как их... Слушай, как их тяжело, блядь, подбомбить, а? Блядь, попал, нет. Какой там самый верхний сейчас пойдет, я не пойму. Да ну, блядь, ну а я что пытаюсь сделать? Ну чё вы пиздите под руку, блядь? Юрки парень, блядь, попался. Блядь. Что ты эту залупу, а? И куда он уебал? Блядь, дай... Yeah.
теперь пусть попробует проехать. Жестко, жестко. Поезд уничтожен. Агент Пек погиб. Даже если он уцелел при падении, в окаменелом лесу ему не выжить. Этот Морган надежный человек. Черной маской, которую он носит, награждают только лучших снайперов, убивших более 1000 южан. Отлично. Если Генпех мертв, с имеющимися у меня данными об обороне южан нас ничто не остановит. Да, 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 да. Тяжелый момент, тяжелый был момент. Facility nearby. Could be shelter and food there. It better be close. I've only got 2 hours here in reserve left. I've got less than 30 minutes. Come on, let's go find it. Sniper, everyone get down. Nothing showing on my sensors, Rogue. They must be wearing stealth suits. All clear. В специальных костюмах. Что ли, не застряли? Подожди. Твою мать. All clear. Да. Бляха. Блять, не пойму откуда, а почему эта пушка до сих пор стреляет, она же должна свалить. Непонятно ни хера.
Подожди. А где там? Понятно. Вниз. Воу. Твою мать. Сюда надо было. Стоп. Откуда снайпер? Понятно. Подожди, а нам наверх или куда? Или мы на верном направлении? There's no way past on this level. South is. Stay here until we can open this gate. Looks like there's a ledge up above us. Let's track further around, find a way up. Подожди, это значит, что нам делать-то надо? Наверх? Или куда? Ну запирайся, ёппарасоте, ну... Дерево. И куда? А как на ту сторону перебраться, не пойму. Он же не заберется по этой. А куда тогда? Что там у меня за тупо? Ох, май факин гад. Блин, ну быстрее бы уже здесь что-нибудь закончить, да и все. Чего? Может, надо как-то обойти? Spiders! Now that's what I'm talking about. Серьезно, нам через паутину топать? I hate spiders. Hang back. Let them come to us. Then blow them away. Может, нам не сюда? И куда ведет эта паутина? We're above where we were before. This ledge must lead us back round to the gate. Best not fall off, Rogue. Looks like a fair drop. Так, я что-то не пойму. А куда нам дальше?
Не пойму, а дальше куда? Серьезно, по этой балке? Блять, ну вы издеваетесь, а чё делать-то? Я не пойму, я застрял. А нахрена я тогда спрыгивал и шёл через эти сраные пещеры, а? Нафига вопрос? Блять, этот бред какой-то. Я чё, просто так прошёл? Пиздец. Ну ладно, короче, я не знаю. Надо как-нибудь потом посмотреть, как пройти через пещеры. Не, ну можно, конечно, сейчас побыстрее пропрыгать. Но что-то мне кажется, либо я проебался где-то. Вот эта локация, по-моему, ну как? Она бесит тем, что тут... Иди нафиг, паук. Серьезно? Через эту херню надо было пройти? Подожди. Серьезно, где враги, там и проход? Да я тоже могу, прикинь. Идиота. Куска. А чё укань, блядь, если... Твою мать. Да ёб твою! Серьезно, я упал! Я упал на самом предсказуемом моменте, серьезно! Да ёб твою мать, а! Как можно проебаться на таком моменте, а? Из-за каких-то летающих пиздюков, а? Почему это только со мной происходит, а? Я хватку теряю. Я в старых играх теряю хватку, ё-моё. Давай быстрее, добегай уже до этого места. Ну давай, Роуч. Уже реально не смешно, ну. Какой-то вообще трындец. Грёбаными перебежками прыгать, а? Ну что это такое, а? Это реально какой-то пиздос. Что, блядь, где он? Да ну стабилизатор включи ты, ёб твою мать. Вот насколько тут... Корявое управление. Ё-моё, вот это лес. Обздец просто. Давай! Где еще? Наконец-то, давай. Хотя бы чекпоинт, и то хорошо. Ну. Подожди, а нам куда добираться-то? О. Да просто возьми его, да долбани. Кто это такие?
Да гранату им кинь, блядь. Чё кидай? Чё кидай, то и кидай. Да. Чего, блядь? Ну отсюда хотя бы чекпоинт будет, нет? Или еще и здесь придется ебаться. Ну. This is the dome I was reading earlier. Not as devoid of life as we thought. Or power. Looks like there's a control panel up on that high plinth. Get a bunch of Nords. Must be the way to go. Ну, я прикрыл их жопу или нет? Ничего не понятно. Прикрыл я их жопу, нет. Ну давай. Давай уже, блин. Да ну. Где снайпер? Уничтожь ты этих пиздюков, ну. Чё, блядь, наверх забраться надо или чё? Ой.
Jedi. I'll be there, Colonel. Just make sure your rescue craft is too. Rogue, look out! Watch out, guys! This sniper almost has talent. Almost? I can still take him out. Just point me at him, Rogue. Grenade, watch out! А что делать-то? Куда валить-то? Ага, понятно. Ну? Да блядь! Мы тебя прикроем. Это самоубийство. Мы не знаем, сколько их там. Уходи, солдат. Вы четверо важнее любого из нас. Иди. Триста сорок вторая база. Вам движется генплех Рок. Постарайтесь, чтобы он не выжил. Ладно, ребят, спасибо за внимание. Мы уже продолжим в следующий раз. А всем до скорого, всем удачи, всем пока-пока.